Идешь в Дубай кофе утром пить. Вон самолет. Мы идем искать Starbucks. Потому что вот это альтернативный индийский кофе. Что-то я не хочу. Пока индийской еды, особенно с утра. Машинки стоят. Комарики. Вон Бурдж-Халифа. Сегодня небо красивое. Точечку. В Дубае есть деревья. Вот смотрите. Прям. Пальмы-то тут понятно растут. Тут есть и деревья. Вон тут всякий разный мед. Вот черненький. Сафари. Но сафари. Такси. Еще чуть-чуть альтернативного Дубая. Дубай и его альтернативы. Вот Дубай в карантин. Чуть-чуть пустые дороги. Ну-ка посмотрим в эту сторону. Там маленько есть, может. Вот для каждого цветочка капает своя капелька. Машин нету. Прикольный мир без машин. Мы сегодня светло, и мы поняли, как пройти туда. Смотрите, какой деревянный, наполированный. Блестит, правда, солнце в объектив. А вот какая-то старая халабуда. В общем, у нас 1,5 часа на погулять, пока наши друзья вчера чуть-чуть отравились печенькой. Тут кораблики прогулочные. Вместе с мусором. Теперь солнышко светит нам в спину. Можно поснимать халабуды. Где найдем голодных котиков? Вот мы в Дубае нашли. Смотрите, это вообще маленькая. Сейчас отберет у маленькой. Иди сюда, балбеска, сейчас дадим тебе курицы. Это голодные кисы. Дубайских окраин. Что-то прикинь, она не ест.
А вот наш магаз. Мы сейчас в него идем покупать манго. И Мазерати. Сейчас обойдем ее с мордочки. Блин, у нее вот эта вот морда, мне так решетка нравится, стрезубцем. Красопед такой.